Так. Мы в ресторане. Недалеко. Тенеро. Тенеро. Come si chiama posto? А, Грота Скалинато. Короче, ступень. Марко взял себе. Там у него разогревается подсвечками, а я себе взяла осубуку. Дивителло. Значит, коровья такая вот с косточкой. И каша у нас. Каша у него, каша у меня, без салата, потому что на салат покушали. Полента каша. Такое вот местечко. Здесь камин. И вот такой вот вид шикарный. И там у них терраса. Но террасу они сделали не тогда, не, в этом году только. Видите, тоже вот столики стоят. Это не отражение. Это именно столики. Грация. Хозяйка. Молодая женщина. Очень красивая, высокая, стройная. И первый раз я вот пью вино. Что-то так вина захотелось. Столик уже не пью. Всем пока. Сладости. Вот такое мороженое с фруктами сухими. И с водочкой.